OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Предположим, все-таки Путін в результаті давлення Запада не рішиться вторгатися в Україну. Як він обоснує своє відступлення, щоб воно не виглядало повним розгромом? Это обосновывают уже за него несколько дней так называемые коллективные Оренбурги. Если вы читаете мои статьи, видимо, помните мою аналогию, как Оренбург таким письмом Сталину подобострастным пытался остановить, и, как ни парадоксально, ему это удалось. Благодаря случайному развитию событий, массовую депортацию евреев в феврале 1953 года. Вот эти оренбурги все пишут письма Путину. Они называются, правда, статьями в «Коммерсантах», которые состоят из трех частей. Первая часть – обличение преступлений НАТО в течение 30 лет, которые окружают Россию. Во второй части – решительный призыв. Давайте выйдем, порвем все соглашения, выйдем из Парижской хаты, выйдем из Снобалгайшей акта, все, никаких соглашений. И все это написано ради последней фразы. Но ни в коем случае не надо военного вторжения в Украину, потому что наши враги используют это против нас и для сплочения и так далее. Такова же точно была и аргументация Оренбурга в 1953 году. Так вот, утешительный приз, который они предлагают, признание ДНР и ЛНР, ну, вплоть до, это уже технически, это не имеет никакого значения, там, неизвестно, вплоть до инкорпорации в Российскую Федерацию, ну, и чтобы два раза не вставать, еще и Белоруссия, которая, говоря языком Путина, уже в военном отношении уже освоена, а тем более будет освоена через несколько дней, когда сибирские дивизии, которые когда-то спасли Москву в ноябре 41-го, займут практически всю Белоруссию. Вот такую ему предлагают цену. У него очень тяжелый выбор, потому что может он должен будет, для него это будет поражение. Uh-huh. Потому что его идея это, как правильно сказал Блинкен, полемизировать с собственным президентом. Помните, Байден сказал, мы не знаем, что в голове Путина. Блинкен сказал, как это? Мы прекрасно знаем уничтожение Украины. Он целую статью об этом написал, что не существует ни украинского государства. Ему будет очень трудно. Звичайно, ставки поднимаются. Звичайно, вы бачите, что на школа наших кордонов зараз за изнанными подрахунками есть от 54 до 58 батальонно-тактичных групп. Звісно, цього недостатньо для повномасштабного наступу, бліцкригу і всіх інших речей. Це неможливо з сучасними військами, та й врешті-решт закінчиться самовбивча для політичної кар'єри Путіна. А от збільшити присутність цих сил Росія може достатньо швидко, від тижня до двох, перетягнути ще 20-25-30 батальйонно-тактичних груп, і тоді буде критична перевага разом з авіацією і ракетним озброєнням на деяких напрямках. Причому я не виключаю будь-яких сценаріїв, включаючи там точечний удар по Києву, оскільки столиця дуже критична для нашої країни, то включаючи точечні удари по півдню, і південь теж тут теж є дуже вразливим. Ми, звичайно, можемо погратися в сценарії, але тим не менше, я би не виключав загрози реальної військової ескалації з боку Путіна цього року. Я не думаю, що це відбудеться в найближчі дні або тижні. Це моя оцінка як політичної, так і воєнної ситуації. Але я вважаю, що Путін буде шукати цей привід, буде створювати послідовно дестабілізацію і соціальну, і економічну, і енергетичну в Україні. Буде намагатися шукати сценарії, а сценаристів у нього, на жаль, багато. І я категорично проти паніки, тут я абсолютно згоден. Панікувати – це остання справа. Великобританія надала Україні летальну зброю. В британській пресі з'явилася навіть карта, де
є Великобританія, Польща та Україна, і така стрілочка була між цими трьома державами. У соцмережах вже почали жартувати про абревіатуру УПА – Україна, Польща та Англія. З чим, по-вашому, от пов'язана нинішня позиція Лондона? Це насправді стара ідея, яку ми давно вже обговорювали, і ви знаєте, що відносини Лондона та Варшави, вони йдуть ще з часів Другої світової, навіть раніше. Там є багато цікавих контактів. Ми зустрічалися в тристоронньому форматі, обговорювали різні питання, включаючи євроінтеграцію. Тобто це не старт цього формату, це скоріше його поновлення. Я, до речі, виступаю за розширення з самого початку цього формату. Я казав бритам, у мене було пару цікавих розмов останніми днями, що туди б непогано включити і Румунію, і про Туреччину ми говорили. Ну, тобто є багато цікавих речей, там є, як кажуть, за і проти. Ну, ви знаєте, що в зовнішній політиці кожне обговорення, воно менше години не триває. Але, тим не менше, для нас от такі альянси, гнучкі, ефективні, вони абсолютно критичні в сучасному світі. Вся геополітика буде ламатися, ми з цього почали нашу розмову. І я вважаю, що з бритами потрібно щільно працювати. Деякі шанси ми останнім часом з ними змарнували, але у нас є можливість працювати і по лінії спецслужб, у нас є можливість спільно виробляти зброю, купувати зброю. Просто ми маємо не тільки на Британію розраховувати, нам потрібна реальна пул друзів України, які готові зробити для нас більше. Більше потрібно вимагати, насправді, від американців. Вони можуть і зброю постачати, і передавати, і реально виробляти з нами окремі компоненти цієї зброї. І канадійці можуть тут набагато робити більше. З поляками ми, до речі, робимо замало. Ми б могли вже і робити спільний гелікоптер з ними. Врешті-решт потрібно подивитися на глобальні проекти на майбутнє. От у нас, коли парад був на День Незалежності, я вже багато разів це казав, з одного боку такі класні, теплі почуття гордощів за країну, а з іншого боку майже вся зброя, вона радянська, 40 чи 50 років тому вироблена. От нам врешті-решт потрібно сказати «все, стоп». Припиняємо цей маразм з купівлею запчастин для літаків десь в Росії за невідомими схемами і починаємо хоча б поступово купувати, хоч не нові, але натівські літаки, натівські гелікоптери. Давайте переходимо на нормальну зброю, відходимо від цього радянського маразму. І Лондон нам в цьому багато в чому може допомогти. Запад дуже мирно живе і дуже хоче жити так далі. И расслабился. Вот он сейчас напрягается последние там годы, все-таки Путин заставил чуть-чуть напрячься, но в целом это очень неохотно происходит со стороны Запада, и поэтому вот они все время думают, ну может пойдем ему на какие-то уступки, ну лишь бы не было войны. Вот это как бы есть эта история, он активно это использует, как опытный шантажист. Ты помнишь, год назад весной он опять давил на Украину войсками, добился того, что санкции были сняты со строительства Северного потока 2 американский, и он его достроил. Это был конкретный результат. Теперь он хочет его запустить, и новый шантаж идет. Кроме этого, он хочет дальше удушить Украину в минских объятиях этих соглашений, и он опять же занимается вот этим шантажом. Я думаю, что он... Я, честно тебе скажу, считаю маловероятным новую волну вторжения широкомасштабного России. Так. Больше я считаю, что это все шантаж. И, к сожалению, я допускаю, что на этот свой шантаж, ну, хотя в этот раз Запад ведет себя намного лучше, как раз наоборот отложили решение по Северному потоку, послали его в Женеве, послали здесь, там, ну, как-то ведет себя намного более уже так маскулинно, и это правильно, но, возможно, что-нибудь придумают, типа подпишут соглашение, что Россия может следить за учениями НАТО, там вблизи своих границ, или еще что-нибудь в таком духе, ну, чтобы Путину было что продать. Но он не это хочет, ты же понимаешь, он не это хочет, он... Но то, что он хочет, он не получит. Он не получит то, что он хочет. Он не получит откат к 97-му году, перераспределение мира. Он не получит новую Ялту. Сдать ему Украину. Сдать Украину тоже он не получит этого. Он не получит не потому, что даже так все за Украину, потому что он вообще в другой находится парадигме. Ни один европейский, американский политик не может сесть и ему сказать, я сдаю тебе Украину,
Потому что у них нет суверенитета над Украиной, и более того, они все люди временные. Это он себя считает вечным царем. А эти все люди понимают, что они сегодня есть, завтра выборы, их нет. И они ничего такого сделать в принципе не могут. В принципе. То есть он, то, что он от них хочет, он хочет, чтобы мальчик ему родил ребенка. Но это невозможно. Ну, это не получится. То есть то, что он хочет от них, не произойдет. Вот, вот просто не произойдет. Потому что они не могут этого сделать. Они не могут с ним взять карту Европы, взять карандаши, запереться там на несколько дней, потом выйти и сказать, ну вот тут вот мы поделили, ладно, Литва сюда, Латвия туда. И да, вот именно этого он и хочет. Именно он этого хочет, но это невозможно. То есть он хочет то, чего невозможно в принципе. Поэтому он этого никогда не добьется. Вот просто не может этого добиться. А поэтому у него будет два пути. Первый путь — начать вторжение. Ну, как бы, все, вы меня оскорбили, да. И я тогда покажу вам Кузькину мать. Я все-таки на это ставлю мало шансов. Считаю, что это, ну, он, конечно, не совсем здоров психически, но это уже будет шаг самоубийственный. Я думаю, что эта война закончится падением его режима и его самого, потому что эта война иначе не закончится. Это будет не прогулка, и это будет даже не Чечня. Это, ну, 400-тысячный Грозный, несколько тысяч чеченских бойцов держали пару месяцев от федеральной армии. Ну, что говорить о 3-миллионном Киеве, и там не несколько тысяч бойцов, тут просто другое количество людей, тут миллионы людей. То есть это просто, ну, невозможно, и все. Поэтому второй вариант, он должен будет что-то продать внутри страны, сказать, что он что-то от этого противного НАТО, что-то, значит, злого добился. Вот я думаю, что он будет продавать. Возможно, это какие-то истории, связанные с учениями НАТО и так далее, с контролем, бла-бла-бла. Очень бы он хотел продать, что, значит, он принудил Украину к своим условиям на Донбассе. Да. И вот здесь есть определенный риск. Думаю, что для части европейских политиков, особенно европейских, им это кажется вообще не ценой. То есть, да, конечно, кемская волость, да, конечно. Но для Украины это, конечно, совершенно другая история.